Много любопытного, конечно, происходит. А при этом я почитал Олега Царева, который там написал очень жесткий пост. Я там не собираюсь, кто хочет, в Телеграме найдет. Но вопрос-то такой верный. Но если что-то пошло не так, то кто-то за это ведь должен ответить. То есть понятно, что осенние кампании пока, вежливо говоря, складываются не в нашу пользу. Кто-то за это должен ответить. И должен ответить так, чтобы это было понятно. Кто-то должен ответить за то, что, например, сейчас вот в Суздале, ну или Запорожской области огромное количество оружия и людей. А где удар по местам концентрации оружия и людей? Почему это оружие? То есть я могу 156 раз повторять все эти вопросы, которые регулярно задаю. И у меня такой простой вопрос. А это происходит почему? Потому что не могут, не знают, не хотят или это предательство? А тут Зергулио напомнил такую статью, и знаете, я вам скажу так, хорошую статью напомнил, хорошую, 58-я называется. Да. И вот в этой 58-й статье там целые разделы есть, и такие, знаете, актуальники. По-другому и не назовешь. Вот, например, измена Родине, 58-я 1 УК. 58-я 2 вооруженные восстания. 58-я 3 сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством. 58-я 4 оказание помощи международной буржуазии. 58-я часть 5 склонение иностранного государства к войне. 58-я 6 шпионаж. 58-7 вредительство. 58-8 терроризм. 58.9 – диверсии, 58.10 – антисоветская агитация и пропаганда, 58.11 – организационная и контрреволюционная деятельность. И Зергулио пишет, сколько шестерик было у либералов вокруг 58-й статьи, а если пересмотреться, статья-то нужная, нужная.